Одинцовские партийцы провели познавательную лекцию для пожилых жителей округа. На тематические встречи приглашаются люди пенсионного и предпенсионного возраста. Очно и онлайн они слушают лекции на различные темы. Начиная от советов гериатра и заканчивая вопросами ЖКХ и пенсионного обеспечения. Первая лекция была посвящена садоводству, темой очередной «Серебряное волонтерство». Впечатления у всех остались только положительные, рассказала председатель Совета сторонников «Единой России» Надежда Дмитриева.